2015 год. Чебоксары. Событие, которое войдет в историю. Ты должен это увидеть. 2015 год очень ответственный и для нашего молодого главного тренера, который должен будет принять очень важные решения по формированию национальной команды России. Поэтому, конечно же, мы все ждем от Чебоксаров очень высоких результатов, от нашей сборной личных рекордов. И я верю, что эти соревнования пройдут на высшем уровне. Кто станет лучше? Стадион «Олимпийский» 20-21 июня.